Следующий сюжет не предназначен для детей и особо впечатлительных зрителей. Два человека погибли в страшном ДТП в Комсомольском районе. Вчера вечером на 71-м километре трассы Цивильск-Ульяновск автомобиль буквально снес повозку, запряженную лошадью. Гужевая повозка выезжает на перекресток со второстепенной дороги. Повозку сносит ВАЗовская 12-я. В результате ДТП погибли 66-летний водитель гужевой повозки и его 68-летний пассажир. Молодого водителя ВАЗ-2112 с различными травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД. Предварительно у него имелись признаки алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.